едем на чины процедуры. Уже немножко устали от этого. У нас тут концерт будет. Обязательно вам покажем. А вот, собственно, наш медицинский корпус. Все покажем. Ну что, подходит на самом концу первой недели Уимблдона. И самое интересное, значит, думаю, только впереди нас ждет. Игра, вы, наверное, заметили в одном из моих выпусков, вот тут, в этом санатории, в кепке, вот это у меня уже. В общем, кто не знает, это кепка не просто купленная с рынка какого-то, а это именно с Уимблдона 2019 года, когда там победила Вера Лапко в юниорском рейтинге. Так что, вот такая мне кепочка с ее автографом. Ну, я похвалился, а теперь время, кажется, поговорить о наших матчах. Сегодня три матча, как вы заметили уже из названия выпуска, выбрал. И начиналось противостояние между Украиной Муховой и Анастасией Павлюченковой. А Настя, конечно, сейчас в шикарной форме находится, в лучшей, наверное, за последние там несколько лет. Правда, она здорово выступила и на Ролан-Гаррос, показала просто отличный теннис. Немножко, конечно, не хватило ее для титула, но, как говорится, так получилось. И тем не менее, она здорово продолжила и на Уимблдон выступать, а здесь еще лучше под ее стиль тенниса подходит данное покрытие. Что касается Муховой, да, она тоже симпатизирует. Мне ее теннис интересный, но мне кажется, что вот именно нечего такого особенного в плане разнообразия, в плане каких-то ударов там необычных, интересных предложить Павлюченковой. И мы это видели не так давно вот на одном из турниров на Грунисе в этом году, в Мадриде, по-моему, если не ошибаюсь, там победила Павлюченкова, да, в борьбе, но победила. И, честно говоря, я думаю, что это тоже Настя должна идти фавориткой, поэтому не согласен с тем, что она тут имеет меньше шансов на успех. Можно сыграть и как индивидуальный тотал на Павлюченкову, что более, так скажем, надежно, но с меньшим коэффициентом. Ну, или же рискнуть просто сыграть ее победу. Далее матч между Барбарой Крейчиковой и Анастасией Севастовой. Ну, честно говоря, я уже думаю, что хватит с Барбарой. И так у нее серия уже с 14 побед уже затянулась, как мне кажется. Это просто какой-то сумасшедший результат показывает чешская теннисистка. Ну, мне кажется, что вот-вот уже должен наступить спад. И пока вот еще ее по котировкам, ну, переоценивают, так скажем, будем откровенны, потому что, ну, не тянет она на фаворитку здесь, на траве, тем более, против Севастовой, которая лучше приспособлена к такому покрытию. И, конечно, с Костюк она там непросто смотрелась, были сложности, были спады, но как-то вот она, знаете, такое ощущение, что постоянно играет с запасом Анастасия, вот я заметила на травяных этих турнирах. Вроде как, кажется, испытывать сложности там в геймах, в розыгрышах, а потом на финальных отрезках начинает играть чисто, стабильно и не дает шанса своим соперницам. Думаю, тут тоже как бы она должна найти ключи против Крильчиковой, тем более, что сама Крильчикова, я думаю, уже подновилась. Ну, в общем, говорится, тут тоже можно как индивидуальный тотал рассмотреть на Севастову, которая аутсайдер будет неоправданно, так и взять просто чисто победу Анастасии Севастовой. Ну и третье представление – это матч между Александрой Соснович и Анжеликой Кербер. Конечно, Кербер на траве, когда в форме, она очень смотрится здорово. Все ее, скажем так, недостатки в игре, в ее стиле игры, они сглаживаются на этом покрытии. И получается, она становится очень такая, ну, крепкая теннисистка. Не зря она выигрывала Уимблдон, поэтому тут неудивительно, что у нее здорово снова получается тут выступать. И перед этим она выиграла домашний турнир в Бетхомбурге, где тоже здорово выступила. Но мне кажется, уж совсем как-то недооценивают Александру, потому что я понимаю, что у нее не лучший
сезон сейчас складывается, ну, видно, как она сейчас воодушевлена, даже как-то больше эмоций у нее появилось в игре, это мы видели и в матче с Наухибино, как-то, ну, обычно так не радуется эмоционально Саша своим победам, а тут прям вот видно было, как она желает, жаждет этим победам, видно сотрудничество с новым тренером, принесло свои какие-то плоды и как будто вот воспряла духом Саши, я думаю, что она, ну, уж не знаю, как сможет сенсацию сотворить, но ее форма вполне сейчас приличная, чтобы взять борьбу немки, тем более, что по стилю-то Кербер действует не особо интенсивно и агрессивно, что будет позволять Саше развернуться, подходить к мячам, достаточно времени будет. Да, она играет широко Кербер, размашисто, находит углы, в общем, но и Саша тоже умеет играть тактически грамотно, поэтому то все зависит от стабильности, а в целом-то, сейчас говорю, белорусская тактика сейчас исполняется неплохо, поэтому я думаю, что, ну, девушки должны матч хотя бы немного затянуть. Кто-то, думаю, пробьют они здесь. Ну да, и не забудьте о том, что OneWin до сих пор вам дает возможность благодаря моему промокоду BALLABALL500 воспользоваться им и получить хороший бонус 500% к вашему депозиту. Зарегистрируйтесь по ссылочке, которая есть в первом закрытом комментарии под данным выпуском и, в общем, пользуйтесь халявой. Ну а мы пойдем дальше гулять, отдыхать, лечиться, в общем, наслаждаться природой, отдыхом. И вам это тоже желаю.